вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Добро пожаловать на футбол. А точнее, на интереснейший матч двух очень классных команд. Сегодня ЦСКА встречается с московским «Локомотивом». Новый нападающий выходит сегодня на поле в составе команды. Да, это свежее приобретение, которое практически все сейчас обсуждают. Команде действительно нужно было усиление в атакующую линию, и тренер получил в распоряжении игрока, которого очень хотел. Свисток арбитра будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Внимание, внимание! Центральная встреча второго тура. Дерби двух команд, которые будут делить сегодня между собой не просто три очка, а нечто большее. Большее по значению. Щенник. Вагнер Лав. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Это может быть опасно. Виталий Денис. Судья назначает штрафной. Карточка вряд ли последняя. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил по дороге. Марио Фернандес. Посмотрим за этой атакой. Загружает мяч в штрафную площадь. Дмитрий Тарасов. Мануэл Фернандеш. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Может получиться интересная атака. Владеет мячом команда и нужно выходить вперед. Бей! Невероятное спасение! Все, ничего в этой атаке не получилось. Удар от ворот. Роман Шишкин. Внимание, Печинович. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Шишкин. Марио Фернандес. Вагнер Лав. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Думбия. Гол! Они ведут в этой игре. Конечно, с такой дистанции удар в нижний угол очень опасен для вратаря. Атака просто великолепно сыграла в этом моменте. Посмотрим, что изменится сейчас в игре. Команда пропустила, и теперь надо искать пути к чужим воротам. Отлично сыграно, надо решать. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Теперь в атаке соперник. Великолепный проникающий пас. Тарасов! Не попадает он в ворота. А это был отличный шанс сравнять счет. И этот шанс, к сожалению, упущен. Вагнер Лав. Армейцы атакуют. Ну-ка, дымок! И пробил. И справляется вратарь с этим ударом. От углового флажка ЦСКА ведет мяч в игру. Фернандес! Вы знаете, есть такая опция — тренировка удар. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Атакующая комбинация ЦСКА.
Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. ЦСКА будет сбрасывать мяч, и до ворот совсем недалеко. Защита справляется. Один. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Ведран Черный. Виталий Денисов. Думбия. Пока неплохо. Вагнер Лав. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Ну что это за игра защитника, а? Надо забивать и сравнивать счет. Подает Локомотив. Майкон. Опасно. Гол. Не самый сильный удар на свете он нанес, но тем не менее мяч в сетке. Такой гол дорогого стоит, согласитесь. Всех опередил он сейчас в штрафной соперника и без проблем отправил мяч головой в сетку. После ответного мяча у нас 1-1. Думбия. Думбия! Буфонище! Был бы он, если бы у него была такая фамилия. Голкипер отбивает мяч. И как пробил. Кто знает, представится ли им еще такой шанс повести в счете. Интернет буквально взорвала эта новость. Илкай Гюндоган переходит в Манчестер Сити из Дортмунда. Да, переход подтвержден, и уже совсем скоро мы сможем увидеть этого игрока на поле. Отобран мяч, надо возвращаться. Думбия. Это может быть опасная атака. Мяч перешел к другой команде. Из-за боковой игрок ЦСКА ведет мяч в игру. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Напрашивается навес. Отличный пас в разрез. Надежно играет защитник. Атака прервана. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Посмотрим за этой атакой. За боковую выбивает мяч защитник. Вагнер Лав. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Нужно выходить вперед. Бей! Будет гол. Теперь у них преимущество в один мяч. Шикарная атака приводит к такому же шикарному голу. Очевидная ошибка обороны. Нужно играть внимательнее. Счет 2-1. Алан Касай. Тут может что-то получиться. В этой атаке оборону пройти не удалось. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Какая техника, как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Смекуса! Что творится? Они забивают один за другим.
Вратарь остался один на последнем рубеже. И что он мог сделать в этом положении? Да, тут у игрока был выбор. Либо все решать самому, либо сделать передачу на партнера. Но, по большому счету, у голкипера шансов выручить свою команду было немного. 5 минут есть у команд до конца основного времени. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Касаев! Вратарь намертво забирает мяч. Ахмед Муса. Отлично сыграно. Надо решать. Отличный навес. Вагнер Лах. И это гол! Итак, продолжается демонстрация очевидного превосходства. Да, они гораздо сильнее и завершают замечательное выступление команды потрясающим голом. Ну что ж, еще один гол. Команда не останавливается и продолжает играть для зрителей. Да, игра уже сделана, но улучшить разницу забитых и пропущенных мяч. Вот и прозвучал финальный свисток. Он фиксирует победу ЦСКА. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда,